нового проекта 66-летней артистки Елены Степаненко удивили ее бывшего мужа. 74-летний Евгений Петросян заметил коллекционный предмет из их совместной квартиры. Степаненко стала ведущей шоу «Еще не вечер». Название проекта как нельзя лучше подходит к перипетиям личной жизни юмористки. Телезвезда начала новую главу после громкого развода с супругом, с которым прожила в браке более 30 лет. Она похудела, помолодела и вновь стала востребованной. Кадрами со съемок поделилась Ольга Бузова. Телеведущая и певица позировала рядом с Еленой Григорьевной, облаченной в ярко-синий брючный костюм с дерзким принтом в виде алых губ. Снимок крайне заинтересовал Евгения Петросяна. Однако юмориста затронули не героини кадра, а предмет на заднем плане. Степаненко решила потроллить бывшего мужа, поставив на столик фигурку козла. Сразу после этого с заявлением выступил Сергей Жорин, звездный адвокат Петросяна. Этого козлика работы знаменитого израильского мастера Евгений Ваганович лично покупал на фабрике в городе Яфа. Стоит он 2500 долларов, 200 тысяч рублей. Между тем, вот уже несколько месяцев идет оценка совместно нажитого имущества Евгения Вагановича и Степаненко. Экспертам предстоит описать и оценить больше десятка квартир и другой недвижимости, счета в банках, автомобили, а также 5000 предметов искусства и редких уникальных вещей. В их число входит и данная статуэтка, заявил Жорин. Речь идет о работе «Козел Эфраим» популярного и востребованного скульптора Франка Майслера. Его творения выставляются в галереях по всему миру. Их коллекционируют многие знаменитости и состоятельные ценители современного искусства. Статуэтка находилась в квартире бывших супругов в Зачатьевском переулке. После развода Степаненко осталась жить в ней. Петросян с новой возлюбленной Татьяной Брухуновой обосновался на другой жилплощади. Однако он и его представители не раз жаловались, что юморист не может попасть в те самые апартаменты, чтобы забрать документы и личные вещи. Она каждый раз чуть ли не обыскивает его на выходе, а сама, получается, втайне выносит из дома дорогие раритетные вещи. Оценка и раздел имущества еще не окончены, и Евгений Ваганович опасается, что бывшая жена его попросту разбазарит. Кто знает, куда делась эта статуэтка, может, Степаненко ее Бузовой подарила? И на месте ли все остальные вещи? Цитирует КП известного адвоката. Петросян после развода оформил брак с молодой помощницей. Однако раздел имущества артистов, которое оценивается примерно в 1,7 миллиарда рублей, длится уже полтора года. Елена Степаненко восхитила поклонников своим преображением. Она раскрыла секрет феноменального похудения. Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями.